Администрация Самары в телеграм-канале «Вести с Дворянской» сообщает, что в дни религиозных праздников и в День Победы, когда многие едут на кладбище, будет введено ограничение движения транспорта. Ограничения будут действовать 5 мая в День Пасхи, 12 мая на Красную Горку, 9 мая в День Победы, 14 мая на Радоницу, а также 22 июня в Троицкую и Родительскую субботу с 7 утра до 4 вечера. Ограничения будут действовать по улице Авроры от Мариса Тореза до Партизанской, по улице Аэродромной от Тушинской до Энтузиастов, по Ставропольской от Пугачевской до Алма-Атинской, по Новосельской от Уральского шоссе до Нижнего въезда. Администрация железнодорожного района сообщает, что оплатить коммунальные услуги и заказать лекарства можно онлайн. Многие представители серебряного возраста не знакомы с возможностями современных технологий. Курсы компьютерной грамотности откроют им новые возможности и повысят уровень комфорта. Программа обучения рассчитана на 3 месяца и разработана с учетом возрастных особенностей. Заниматься можно бесплатно по адресу Мариса Тореза, 103А. Узнать информацию можно по телефону, указанному на экране. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки рассказывает, как стать приемными родителями. Это опекуны или попечители ребенка. Они заключают договор о приемной семье с органом опеки и попечительства. Требования к будущим приемным родителям. Они совершеннолетние и дееспособные, имеют регистрацию по месту жительства, не лишены родительских прав. С полным списком требований можно ознакомиться в телеграм-канале департамента.